Un urato yetel, huacuxul macobe, letiopu jágil, uchilancabiló paititi. Hua bella catictén. Yetel machente en tu cultiqui. Vale, bellin wole, chente en llante en humuki lingualic. Usasig sipile, sococuchu luquin le olal. Una juchival un urato, ucup quimesicu culcan. Te alusud lequino, maculpachi. Yoxale tu culo bello, cuquimesalu yabili. Le olal bacán mishmactic báltico. Рост населения и отсутствие городского планирования создали множество проблем. Земледельцы вырубали джунгли, чтобы засеивать плодородные земли по берегам рек. Это привело к страшному потопу после первых же сильных дождей. Охотники истребили всю дичь в окрестностях, и теперь за ней приходилось уходить все дальше. Несколько групп, каждая из которых мечтала взять власть в поселении в свои руки, яростно спорили о том, как решить эти проблемы. Должно быть, когда-то это было грозное оружие. Если оно в таком состоянии, то, скорее всего, его невероятно часто пускали в ход. И, судя по кровавым пятнам, это уже произошло. Нет места. Ничего не могу взять. Отлично.
Нет места. Ничего не могу взять. Сюда. От Лопеса не было вестей, и кое-кто в руководстве начал в нем сомневаться. Наш отряд отправился на юг на разведку. Вперед мы послали туземцев. Мы подозревали, что местные жители могли убить Лопеса, как только он прибыл в город. Туземцы вернулись и сообщили, что в городе мор. Мы быстро составили план, чтобы воспользоваться сложившимися обстоятельствами. Кажется, здесь изображена Унрату, возглавляющая группу мятежников, на фоне почти полного солнечного затмения. Ну и вонь. Вот про это место Эцли и говорил. Лара, без нервов.
Так, не спеши. У тебя все получится. Ритуальное жертвоприношение. Нереально. Больше я не унесу. Выбора у меня нет. Где-то здесь должен... Это один из мятежников? Змей с серебряным глазом. Я на верном пути. Да! Сюда. Запах все усиливается. Иона, я нашла еще одного змея с серебряным глазом. Похоже, я почти у цели. Обсуждаю сучью тату. Тату? Да, ты видела тату Нурату? На ней цапля и затмение. Возможно, это как-то связано с серебряным ларцом. Сомневаюсь. У Нурату законный вождь Пайтити. После голода, во время которого город едва не вымер, секта Кукулькана отстранила ее семью от власти.
Ее муж Сайри погиб, пытаясь добыть еду за пределами Пайтити. Амару, или доктор Домингес, брат Сайри, чувствовал свою вину и взял управление города в свои руки. Благодаря поддержке Тринити ему удалось помочь людям Пайтити выжить. Амару спас город, но теперь, когда его нет, секта правит городом с помощью страха и жестокости. Унурату и мятежники, которые ее поддерживают, хотят освободить город от секты Кукулькана и вернуть трон законным правителям. Унурату с самого детства верит, что именно ее семья должна завершить обряд Серебряного Ларца Ишчель и возродить солнце. Выхода нет. Ну ладно. Нужно как-то разрушить преграду. Одинокий, умиротворенный человек. Похоже, он чего-то ждет. Рычаг позволит наполнить водоем. У меня нет столько места. Нет места. Ничего не могу взять. Рычаг позволит наполнить водоем. Рычаг позволит наполнить водоем. Тут нефть. И может, эту лужу можно поджечь? Свободен. Надо идти дальше.
Это что, зал для кровопускания? Мне нужно выровнять каналы и наполнить водоем. Надо соединить эти две колонны. Надо соединить эти две колонны. Понадобились сотни жертв, чтобы наполнить кровью эти каналы. Надо повернуть колонны и выровнять каналы. Надо повернуть колонны и выровнять каналы. Черт, потекло не туда. Мне нужно выровнять каналы и наполнить водоем. Черт, потекло не туда. Мне нужно выровнять каналы и наполнить водоем. Thank you.
Надо выровнять верхние каналы. Хорошо, теперь надо обрушить преграду. Если я подожгу нефть, преграда сгорит. А теперь искать ларец. Вот что они нашли, Тринити. Вот этот мелкий бунтарь. Эсли! Вот она! Хватай!
combattimenti. Чем тебе попросить? Наверное, об услуге. Хорошо, я вернусь, как только смогу. Tenishik. Kimakingol, tinkamachilimbakilbul. Схватили. Знаю. Они держат его в казарме. Думаем, как его освободить. Я хотела помочь, прости. Он боец. Что это? Это ключ. Кажется, это вещь из горного храма. Он примыкает туда, где его держит. К ларцу и щель ведь можно попасть из казармы. Поэтому сектанты захватили храм. Там много охраны. Нам нужно будет действовать тонко, тихо. Есть обходной путь? Был один у соляной шахты, но почти обвалился. Там опасно. Может, у меня получится? Возможно. Ты уже достойно себя показала. Последний раз я была там в детстве. Но, насколько я помню, казармы во внутренней крепости. Если я проберусь в обход, я расчищу путь и впущу вас. Мы вызволим Эцли и пойдем за ларцом. Я займусь сыном. Ты иди за ларцом. Есть минутка? Подойди, как освободишься. Учу хочет кое-что спросить. Мы с Учу разговаривали, Сейну. Учу, что тебя беспокоит? День коронации Эцли приближается. Скоро он станет мужчиной и начнет свой путь становления королем Пайтити.
Этот день обещает быть просто чудесным. Мы сражаемся с Амару и его сектантами в надежде на этот день. Иногда нам всем нужно вспомнить, за что мы сражаемся. Я могу чем-нибудь помочь? Когда отец Эцли Сайри погиб, Унурату оказала мне большую честь, попросив взять на себя его обязанности. Одна из них — собрать 3 священных предмета для церемонии, но... Но столько всего происходит, что ты этому не рад. Что за предметы? Это амулет Спасителя, лук Победителя и рог Короля. Каждый предмет несет в себе благословение предков. Скажи, что нужно, я сделаю, что смогу. Я уже отправил людей за амулетом и луком. Но если бы ты могла найти Кабила, ремесленника, и забрать у него рог Короля, мы были бы тебе очень признательны. С ним нелегко, я отправил к нему уже 2 и ничего. Вдруг ты сможешь? Поговори с его женой. Думаю, я с этим справлюсь. Будь осторожна, у Кабила тяжелый характер. Но его жена Абра как-то с ним справляется. Ты Кабил? Учу прислал меня за рогом. Убака хау? Утанил пачкин цилоб? Где-то ли уцул балоб? Цутасик ли пачкин цильти? Ламуч киличку не сахило? Ту йохел тахо бинджуме. Купакик шиво? Куцакан килоб? Тихун пеллум? Ту тялинтове? Кату лах бисоб? Беле иннае кохан. Это ужасно. Давай я попробую отыскать твоего брата и достать нужные травы. Нип олал! Сопа ухетик ваш ушти квали? Ма! Ваш учик! Уахко сопу кулькан, тут сахоп как... Sakti abra leol al quali tuyo coltagle shiwob cananti al utzakik kakatsak bastin mimbin kabil tanuyanti kunuratu yete le akushun makobo. Прости. Айшик, башти хелупахтал инвантикече. Я ищу Куали, сына Кабила. Оци ле шипало. Чимали хунтул ахкимесах кукулкан. Укалмах тихумпел тункасте кивико. Тупати кукучу леахау тялубей талуботи кусипил. Спасибо. Шиик теч утсили шиик. Thank you.
Эй, привет. Ишик, хатуц, улакбал макабет Тони, баша катих? Я хочу помочь Куале. Лях околе, ману суту килунаха кучул, сок ашот кинтантал тиалкимил джол авокол. Суровое наказание для воришки. Хелашок тинтантик течлекен ульокчеле, ишцулул колел. Что ж, спасибо за сведения. Хевише. Нет места. Ничего не могу взять. Вай! Муч, нате! Ком, тенхеча! Олаке! Габете! У меня нет столько места. Какой опасный преступник, рыночный вор. Беглай хумпел окол, балисамали хумпел кимесах. Как-то чересчур, ты не думаешь? Хач хак так, а вохель тик баш, кинтуклик, кинтуклике, малоб каек муч, лемехен кисоновах каек булоб, тулакалоб, а вал гуахеш джумил, бей, у джуме уахкананил кан, балеле тие ма. Эй, привет! Эй, теч ишик! Лейт шулул колеле! Масах? Да, приятно познакомиться. Уй! Хачмалов! Ямил! Во что играете, мальчики? Ма башали! Индюме уахкананилкан, юмкин, тин чаху килич чотов, ингвести инетайлов, джетил тугилах, шанах канан чимали. Лепье у Йохел, башхел у Бетик, теним джум вака, у Йохелт, тинчах у Шотове, лебетике тупулах те карналот какали. Я попробую помочь. Хач-хах, не болал! Шик. Пожалуйста. Патики, ленукуч маков, теламантац, ку тохольчин тиконов, балете четауантон, башакатих. Шик, тенкинтан. Башакатики, шик, бей, баштихелу пахтал, эк антикет шане. Я хочу помочь Куале. Шан чахеч, сот ушот кинтантал, теалу кимесал, мишбалку пахтал эк петик. Соле Чимали, лях канано, упек меч. Чимали погонится за вами, если его подразнить? Баштин? Если он покинет пост, я смогу помочь Куале. Малов, уц! Купахтала уали тикуали, кауджилон тяктуно. Летье у Йохел туши, тело минан сахвен силил ти. Конечно. Конеш, асто!
Raimi, Latinteneshi, Samin, Ganant, Ekpachi. Zoke, Shenesh, Alkabil, Teaktuno. Patenet Pach, Ishik, Jan Ek, Ilik, Kapach, Chak, Akuchul, Tignalkuali. Chimali, Mehenkisin, Palitzin, Kanzokol, Janin Kaka, Loshikech. Bey, ton shanu mehim pimil llama. Alkabnenesh, Alkabnenesh. Алаб Олал, Чинчи Вов, Кинг... Твой брат рассказал о твоей беде. Маша Чтеч. Я та, кто хочет помочь. Маинкат Каучу Лева Алоба, Ченинкат Катох Чакуйол и На. А где травы? Дай их мне. Я вылечу твою маму. Беги, твои друзья ждут тебя в пещере. Малоб, Хелеши Вова, Алкапнен, Тухахилагол, Ниволал. Binte kashi lumobo. Тингуалахтеч кашикеч. Куали свободен, а у меня есть травы для твоей жены. Хачхах? Талеча цакех вайол, убаг ляхаво. Вот, это тебе поможет. Нив ола лишек. Кабил. Мамехен шулубил. Цале бактио. Нах, детал чимполал тилекун кучу лахавило. Ни болал, джолал тулакал. Ни болал! Ушла последняя, вернулась первая. И он и не врал насчет тебя. Рог короля, как просил. Были проблемы с Кабилом. Ты был прав насчет его жены. Она знает, как до него достучаться. Спасибо тебе. Конечно. Учу, что это значит? Ушла последняя, вернулась первая. Люди, которых я послал за остальными вещами. Прошло 3 дня, но никто еще не вернулся. Ты думаешь, что-то случилось? Я больше всего волнуюсь за Квенти. Он молод, любит рисковать. Прыгает в воду, не зная, глубоко ли там. Я видел таких. Иона. Иона прав. Это точно про Квенти. Не надо было посылать туда Квенти. А где это? Старый резервуар. Там спрятаны останки Манко от сектантов. Кто такой Манко? Манко был фермером, который спас предков Сайри и Амару из Куска много лет назад. Его зовут Спаситель народа. Для коронации нужен его амулет. Зачем Манко спрятали? Последователи Манко называли себя Орденом Спасителя народа. Этот орден поднял восстание. Когда секта Кукулькана захватила власть, то хотела уничтожить орден. Манко сокрыли в надежном месте и оберегали. Но со временем орден пришел в упадок, и это место было забыто. Если хочешь, я поищу Квенти.
Ты уже много сделала. Вернуть нам рог короля было очень благородно. Мне несложно. Может, Квинти покажет мне лучшие места, где можно броситься в воду? Не обнадеживай его. В резервуар можно попасть через пещеру над белым деревом. Иди по тропе, она тебя приведет. Учу сказал, что вход в резервуар в пещере над белым деревом. У меня нет столько места. Нет места. Ничего. Его не могу взять. Вот и вход. Распространение болезни удалось сдержать, и вскоре мы узнали, что Лопес приходил и ушел. Некоторые заподозрили предательство, а другие беспокоились за его жизнь. У нас был только один вариант – оставаться в городе. Доводов в пользу этого было два. Либо мы будем готовы, когда Лопес придет в себя и вернет артефакт, либо здесь будет идеальная точка для продолжения поисков. Мы заключили договор с царем. Мы станем его телохранителями, его врачами и священниками.
Здесь изображено паломничество из великого города. Должно быть, эта манка выводит предков жрицы из Куска. Тут сотни лет никто не бывал. Должно быть... Это то самое место. Возможно, это чучело царя народа. Возможно, секта Кукулькана украла его, чтобы жители Пайтити ему не поклонялись. Или же он получил его в качестве платы за защиту. Останки спасителя народа увезены в неизвестном направлении. Нам сообщили, что сектанты крадут различные объекты и артефакты, чтобы держать жителей в повиновении. Мы не допустим, чтобы то же произошло и с Манко.